Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Thank you.
Okay, you know this melody? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. No? No? Well, too bad. We're going to sing it anyway. So, okay, we'll go once first. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
time. Thank you.
Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
been indeed an honor to be among you. Большая честь для меня, для Прабху, была быть здесь среди вас. And we should be obedient and follow the program. И мы должны быть, ну то есть мы должны придерживаться до правила и расписания. Gaura Artik begins in a few moments in the big pandal. Сейчас начнется Gaura Artik там в большом пандале. And hopefully, if Krishna so desires, I'll be back sometime with all of you, if you so desire. И если на то воля Господа Кришны, в скором времени я снова вернусь сюда к вам. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, дорогие преданные. Мы закончили Харе Кришна, дорогие преданные, мы закончили в этом году наш нон-стоп киртан. Приходите в следующем году, приводите своих друзей, рассказывайте о том, что здесь каждый день. С 9 утра до 7 вечера мы поем Харе Кришна. Приходите, помните об этом. Все видео, которое было здесь записано, каждый день будет выложено на ютубе, на Бхакти Сангаме. Также и все записи будут выложены на Вайшнава Севе, то есть есть все киртаны, вы можете все это скачать, послушать, слушать целый год, вдохновляться и на следующий год приходить сюда. Спасибо вам большое за участие. До следующего года. Харе Кришна. Харе Кришна, еще попросили маленькое объявление. Прабу, которые хотят, горят энтузиазмом после того экстатичного киртана, Нитьянанда Холл, надо 10 человек расставить кинотеатр в студии. Пожалуйста, вот если есть желающие, вот Прабу, вот он руку поднял, к нему надо подойти. Харе Кришна. Камеру может убрать? Если я смотрю. Она уберется. Почему грустно? Да, понимаю. Дайте можно это сделать. Тут просто она проблема. Подключена. А, она подключена. Ну, я не знаю, она записывает там, наверное. Просто сейчас ее отдам. Надо хотя бы сложить ножки. Ой-ой-ой, дивите, техника. Да, убираем. Да. Привоснял? Да, давай. Осторожно, надо. Девица, девчата. Тренок. Можешь, чтобы достаточно было?